Здравствуйте, гости нашего канала. Сегодня я вам покажу, вот как я беру семена из тыквы мускатной. Мы каждый год сажаем эту тыкву 12 февраля. И, значит, у меня в московской квартире просто на полу на кухне хранилась мускатная тыква. Вот она хранится хорошо, я ее разрезала, не сняла до того, как разрезала. То есть вот она какая красивая, она дозрела. Сейчас я из нее возьму семена. А тыкву порежу на кашу. То есть предыдущие тыквы, они у меня уже закончились, которые были в морозилке. А эту я сейчас возьму семена. Вот я беру семена. А эту обработаю, буду добавлять в супы, в каши. Будем кушать, запекать просто с медом. Очень вкусно, детки у меня любят. Насажаем тыкву каждый год, именно мускатную. Она очень душистая, ароматная, простую тыкву я не люблю. Она мне не нравится ни запах, ни вкус. Смотрите, как в нашей тыкве много семян. Сейчас я вот тут вырву. То есть вот они семена. Семена, ну, конечно же, много и пустых, но из них мне хватит, чтобы посадить. То есть сажаем мы приблизительно где-то 5 корней всего лишь тыквы. И это с них много тыкв растет. А потом едим все лето. То есть вот семена сейчас я взяла на салфеточку. Ну, сейчас еще немножечко подложу и хватит. То есть выберу потом, которые не пустые, чтобы сажать. Этой тыквы вот семена вытащила. Вот она какая сочная. Из нее прям вон сок течет. То есть сейчас я ее почищу до конца, порежу кубиками. Завтра будем кушать кашу тыквенную, пшенную с тыквой с утра. Вот в порезанном виде тыква, почищенном уже. Сейчас я ее кубиками небольшими порежу и в ковшик положу, прокипячу. Потом пшено также обдам кипятком, залью водой, постоит, обдам кипятком. Потом все вместе сварю. Просто и пшено варится долго, и тыква тоже надо, чтобы распарилась. Она прям в пшенке растворяется. Дети любят не кусочками, а чтобы она прям растворилась в каше. Очень вкусно. Едят с удовольствием. А еще цвет у нее такой прям ярко-оранжевый. То есть каша получится у нас прям очень яркая-яркая. Как вот морковка, наверное, цветом тыквы. От тыквы, ну, много получилось. Потом, значит, когда вымою, высушу, отбракую. Сейчас их залью водой. Промою. Тыква очень сочная, очень прям ароматная. Мне сейчас на всю квартиру пахнет тыквой. Вот я промываю их семена. Не наши семена. Вот я их сейчас солью ситечкой. Все. Они стекут. Я их разложу. Ну, тут беру вот волокон, какие еще остались. Разложу на бумажку, на газетку и буду сушить. Вот я их выложила на полотенце, потому что они очень мокрые. Вот сразу видно те семена, которые вот белые, это пустые. Вот еще видно белые. То есть сейчас вот они будут сохнуть, и я все, которые пустые, я их выберу. То есть вот у меня 4 пакета получилось с тыквой для заморозки. И вот еще ковшик литровый, ну, больше половины ковшика. Тыква, это вот каша на разок будет. Вот замечательно, из одной тыквы на 5 приемов. Если вдруг захотим суп, то можно будет 2 пакета тыквы использовать. А так я раскладываю, чтобы вот на раз на кашу. Спасибо за внимание. Ждем вас в гости на нашем канале. Пока-пока!